Спасибо, Эдвин Маттон. Спасибо вам, дорогие друзья, пришедшие сюда сегодня в этот гостеприимный дворец спорта. Мы говорим вам здравствуй, Карелия, здравствуй, Конопога! Дорогие друзья, мы объехали много городов. Это шоу «Короли льда». И я вам хочу сказать, что это самое спортивное шоу, которое только существует в фигурном катании. Потому что все те программы, которые вы видите сейчас, будут потом звучать на чемпионатах Европы, чемпионатах мира, на других международных соревнованиях. И спортсмены сегодня здесь будут выступать без остатка. Вы видите, если это тройной выброс, это будет настоящий тройной выброс, без каких-либо поблажек. Поэтому и от вас, я надеюсь, спортсмены получат такую же поддержку, как на международной арене. А это наш друг Эдвин Маттон, венгерский композитор, скрипач, лауреат премии Эмми и победитель Евровидения вместе с Димой Биланом и Евгением Плющенко. Маленькая просьба, сыграй что-нибудь соло, без фигуристов.